Добрый день! Сегодня я покажу, как приготовить вкусный рассыпчатый рис. У меня, видите, стоит кружечка риса, уже промытая хорошенько. Я в казаночек наливаю 2,5 кружки воды. Ставим на газ. Вода у нас закипела. Мы бросаем чайную ложечку соли, чайную ложечку сахара и чайную ложечку сливочного масла. После этого мы наш рис также сюда забрасываем. Хорошенько помешаем, накроем и подождем, чтобы закипело. Минуту покипит сильно, делаем тише газ и варим на медленном огне 15 минут. Видите, рис у нас 15 минут проварился, уже почти готов. Мы его выключаем и укутываем в бумагу и в теплым платком на 20 минут. Итак, 20 минут прошло, наш рис потомился. Теперь мы его насыпали в тарелочку. И видите, он у нас рассыпчатый и довольно приятный на вкус. Накушать с мясом или добавить масло, кушать диетически. Приятного аппетита!